Всем доброе утро, ребята. Ну что, на сегодня тест. Решил я немножко попробовать подрешивать архи и заодно еще раз показать, потому что многие пропустили, спрашивали по поводу максимальной тыковки. Вариант исцеления и водушка на максималке. Ну, еще некоторые нюансы битвы гильдии у нас, в принципе, закончилась. Вчера мы потрешивали... На волне АК. Помнули АК-3. Дальше, конечно, жесть. Так, окей, поехали. Я попробую марки побить. Так, что у нас по арке? Вот такая вот АК. Раз. Рот. Два. Ведьмочка. Ставим сюда панчбокса. Три. Тыковка. Так, чика-бум. Тыковка собрана, ведьма собрана, тыковка. Ставим десятую ладушку. Суперсила, все с промахами. Такс. Ну так, ставим вот так. Будем с нее стартовать. Дальше у нас космо. Попробуем такой вариант. И стрелок. Вот такой вот вариант у нас пока героев. Поехали попробуем, потому что время заканчивается. И сейчас попробуем. У нас пятое место уже. А потом попробуем еще другой вариант. У нас сейчас супер силой тест. Стартуем опять же с тыковки. Сразу же выпускаем всех. То есть, как видите, у нас уже на 56-57 секунде максимальный разгон. То есть тыковка у нас заряжена. Десятая. Исцеление, 10-я водушка плюс 7-7 суперсила. То есть максимальный набор. Я хочу еще попробовать вариант поставить. Сейчас вместо суперсилы попробовать необузданную ярость, которая дает еще разгон. По сути, 25-я секунда, у нас уже она убита. То есть первая архи. То есть 2.25 у нас первый убивается. Я хочу еще попробовать необузданную. Посмотреть, как оно будет. А потом вариант поменяем немножко еще, думаю, героев. После 8 утра у нас будет еще вариант потестить. Так, 1.18, 3 штучки мы убили. Это получается, что у нас 40 секунд почти. Мы не набьем, наверное, даже лучший результат, чем был перед этим. Но попробуем сейчас вариант необузданной
ярости, то есть ускорение еще тыковки, возможно, это поможет. Заодно и будем знать, что лучше, все-таки суперсила или необузданная. Вот 45 секунд у нас получается переход. Ну такое. Секунд 12. На прошлый раз у нас 16 секунд осталось в конце. Ну, то есть у нас будет средний где-то результат между первым и вторым. Может попробовать пиромага, будет вернуть еще в следующий раз. Где-то 600-650. То есть, как видите, в принципе, такой заход. Ну, с расколом побольше было, плюс 200. Так, теперь давайте попробуем вариант. Поставим необузданную ярость. Вот она. На тыковку. Плюс 50%. Ну и, конечно, станет на 3 секунды. Это такое удаун 8. Но тут именно еще плюс 50% разгона. Будет ли оно лучше для тыквы? Или все-таки суперсила, или возможно пиромах плюс воодушка с этим. То есть вариантов как бы очень много. Поехали, пока у нас попытка есть еще одна. Ну, по-моему, разгон быстрее немножко получился. Посмотрим в итоге по секундам. Может сюда просто берс поставить, прокачать. И все-таки 2.24 даже, то есть, как видите, не догоняем. Конечно, рандомчик плюс-минус есть, но все-таки 2 секунды у нас похуже. Один 16, а там было 1.22. Да, явно, явно необузданная не катит. Все-таки суперсила. Но есть еще вариант пиромага, попробуем уже после. Попозже пиромаг в такой же сборке полностью все останется. Сможет ли он что-то сделать? Но хотя необузданная тоже неплохой разгон дает относительно. Можно ее ставить, у кого нету.
8 секунд осталось, вообще очень мало. Все-таки суперсила. Она и есть суперсила. Где-то 400, 300. 5-300, как видите, разница. Минус 200 лямов. А, вот так вот. Сейчас у нас будет еще один веселый тест. Я вам его попозже покажу. Мы сделаем пиромага тыковки обратно. Тестируем с пиромагом. Вернем его. Ну а потом поставим еще суперсилу. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.